Друзі, ми продовжуємо, і вже хочеться представити гостю, яка в нас є в ефірі, тому що гостя поважна, і вона посміхається, просто дарує радість, як просто ранкове сонечко. Це актриса російського академічного художнього російсько-драматичного театру, завідувача літературно-драматичним відділом театру Марина Васильєва. Вітаємо вас. А також можна вже додати до усіх регалій, так що автор вистави «Мальчик Мітя» і «Правила дорожнього движения», про яку сьогодні ми і поспілкуємося. Вітаємо вас. Дякуємо, що завітали до нас зранку в ефір. Вітаємо вас. Доброе утро. Очень приятно, что пригласили, тем более, что недавно у нас в театре произошло такое интересное событие, интересное и для нашего коллектива, и для наших маленьких зрителей, для деток, я думаю, что и для журналистов. Родился новый спектакль, автором пьесы, которого я являюсь, называется, как вы уже сказали, «Мальчик Митя и правила дорожного движения». Уже из названия понятно, что мы стараемся изо всех сил научить детей правилам безопасной жизнедеятельности. Это очень важно, в том числе правилам дорожного движения. Наскільки я знаю, тому що переглядав, на жаль, не встиг на саму виставу, але переглянув відео, варіант, скажімо так. Це інтерактивна вистава, тому що глядачі активно беруть участь у цій виставі. Чому народилась така ідея і взагалі якось так прийшло на думку спали зробити таку Почему сама такая виставу? тема? Почему такая тема? Задач перед театром стоит много, как, в принципе, перед каждым учреждением культуры, как сегодня, так и вчера, как и в былые времена. И мы должны не только развлекать нашего зрителя, не только помогать ему отдохнуть, взрослым в конце рабочего дня, деткам, просто позабавиться в театре Понимаете, в чем дело? Театр еще должен учить, особенно если мы говорим о нашем молодом поколении. Театр должен воспитывать, театр должен нести информационную функцию. Это очень важно. И если сегодня где-то наши взрослые, родители или учителя не могут, не успевают, не имеют какой-то возможности донести до детей эти самые в данной ситуации правила дорожного движения, наверное, театр должен это делать. В любом случае помогать воспитателям, помогать учителям, помогать родителям. Опять-таки, почему сказка интерактивная? Рассказать о правилах, вот прочитать такую лекцию, да? Наверняка это делают в школах, наверняка это І на делают в задніх детских рядах, я садах. думаю, Или там за би что дети заснули вже. присовываются? Безусловно. Почему? Потому что это достаточно скучно. Вот математику слушай, там, я не знаю, литературу слушай, правила дорожного движения слушай. Опять-таки, ну, скука, правда, смертная, да? Для ребенка, который хочет подвигаться, который хочет повеселиться, который хочет воспринимать и изучать этот мир абсолютно вот в другой форме. Поэтому лекции по правилам дорожного движения мы предлагаем читать педагогам. Сами же мы придумали вот такую интерактивную сказку. В чем суть? Суть в том, чтобы не просто рассказать детям интересную сказочную историю, вот, и вплести в нее эти самые правила, да, которые мы хотим донести до нашего маленького зрителя. Важно, чтобы наши малыши заинтересовались этими правилами, чтобы им было настолько важно принять участие вот в изучении этих правил, чтобы не только дядечка-инспектор помогал мальчику Мите эти правила изучить, и девочка Даша, вот такая подруга мальчика Мити, чтобы ребята чувствовали себя друзьями этого мальчика, помощниками этого мальчика и, может быть, где-то учителями этого мальчика. Поэтому придумали вот такую форму и загадки, и разные игры, всякие такие, которые помогают запутать нашего маленького зрителя, чтобы ребята не просто автоматически отвечали на вопросы, да, слыша там, к примеру, Еще б рифму и трошки угадывая, подумали. да, чтобы они немножко думали, чтобы они спорили между собой в зале. Есть мячи разноцветные, которые ассоциируются со светофором, желтый, зеленый, красный. Эти мячи передаются по зрительному залу. Представляете, да, у нас 432 места в зрительном зале, и вот дети, это шум, это гам. Конечно, мы боялись, что на премьере театр просто разнесут, особенно когда вот это началось передавание мячей Не в разные разнесли. стороны, когда там, что мы делаем на зеленый свет, мы идем, значит, что мы Ну, должны новинах не топать, передавали, да? російський драматичний нормально живий. Слава
слава богу, все нормально, дети довольны, дети счастливы. Там, к примеру, загорается зеленый свет, мальчик Митя просто идет по сцене, да, его задача перейти дорогу. Вот, наши маленькие зрители так вот топают ножками, стоит грохот. Вот. Ребята довольны, опять-таки, много спецэффектов, что сегодня для детей очень важно. Чтобы на сцене все происходило ярко, необычно и были какие-то чудеса. У нас есть светофоры, которые действительно работают. Вот, ребята могут ориентироваться не только по словам наших персонажей о том, что вот у светофора там вот три огонька и так далее и тому подобное. Действительно, светофоры есть. Более того, я вам скажу, у нас два светофора на сцене. Три цвета и два цвета, да, и мы опять-таки объясняем ребятам, что если мы говорим, что мы идем на зеленый свет всегда, то машины тоже едут на зеленый свет, и надо понимать, с помощью какого светофора ориентироваться на дороге. В общем, сказка с чудесами, у нас есть феи, у нас есть недобрая фея, так, которая... Так, действительно, хотелось запитати, які вже взагалі учасники цього дійства, головні герої? І хто ця добра і недобра феї? Ну, вот я вже сказала, да, мальчики Митя, который, ну, вот получил двойку, потому что не выучил правила дорожного движения, он сетует на жизнь. Я, говорит, понимаю, там математика, да, ну что такое правила дорожного движения? Ну зачем мне знать? Вот я же умею. Можно дитина так вважає. Я думаю, что да. Угу. Собственно, и логика у Мити абсолютно такая стандартная, да, для ребенка. Зачем мне это нужно знать? И тут прилетает фея недобрых дел и говорит: Митя, да сейчас все устроим, все будет хорошо. Вот мы сделаем так, что в нашем городе не будут работать светофоры и не нужно будет по ним ориентироваться. Вот остановится дорожное движение, сломаются все дорожные знаки. В общем, не нужно будет знать эти правила, и все будет хорошо. Это идеально для тебя, и, да? Не да, знаю, действительно. И, собственно, она выполняет вот то, о чем говорит. И случаются аварии, и родители не могут за детьми приехать в школу, и дети оторваны остаются от мира, и вот такая трагедия для маленьких детей. А появляется... чьи противага ці недобрі? Я пропоную зараз також нашим режисерам видати постер того, як виглядаєш взагалі реклама цієї вистави, поки ми ще спілкуємось, і також анонсую, що ми переглянемо і невеличку частинку цієї вистави. Да, большое спасибо. Ми бачимо постер. Якщо ми кажемо про противагу, конечно же, есть добрая фея, которая обязательно должна спасти положение, но, как вы понимаете, только после того, как мальчик Митя все-таки правила выучит, иначе просто нет смысла, да, в этом. Вот. И, конечно же, есть дядечка-инспектор, который объясняет детям, что это очень серьезно, когда дети не знают правил дорожного движения, что может произойти, помимо того, что в сказке уже произошло. Під час написания сценария доводилось как-то консультироваться со своими специалистами, или, скажем так, достаточно было своих знаний? Вы знаете, все-таки достаточно было своих знаний, потому что мы все взрослые люди, и о правилах дорожного движения знаем много, и как бы не было смысла. Единственное, что при постановке спектакля мы действительно с управлением госавтоинспекции советовались, даже они нам вот помогли, они предоставили действительно самый настоящий костюм инспектора дорожного движения. Я пропоную переглянуть. Так, переглянуть. Вы уже насколько натанцевали, что мне аж хочется уже еще и нашим телеглядачам продемонстрировать, что же там такое цікаве. В ігровій формі герої захоплюючою історією навчать дітей безпечній поведінці на дорозі. Автор п'єси – керівник літературно-драматургічної частини театру Марина Васильєва. Це дуже важливо, тому що одна із функцій театру, і об цьому сьогодні, к сожалению, мало хто пам'ятає, і в принципі не тільки театр, але й будь-яких учреждень культури, функція інформаційна. Ми повинні інформувати дітей про правила дорожнього движення в тому числі. Управління Державтоінспекції радо підтримало ідею створити таку виставу. Навіть час вибрали не випадковий. Незабаром настануть літні канікули, і дітлахи будуть самотужки проводити свій час. Чим проще для дитини розказується о правилах дорожнього движення, тим більша вероятність того, що дитина це запам'ятає, він буде це виконувати автоматично. Головний герой вистави – хлопчик Мітя, який засмутився через двійку у щоденнику за невивчені правила дорожнього руху. Фея недобрих справ, аби зарадити горю героя, ламає всі світлофори у місті. Через це стаються аварії. Аби виправити ситуацію, на допомогу Міті приходить пан інспектор та подруга Даша, а також глядачі. Саме така активна участь дітлахів у виставі і стала своєрідним уроком з навчання правил дорожнього руху.
побачили ми героїв цієї вистави, побачили те, як м'яч передається всім залом. Бачимо інтерактив між героями та дітьми. І бачимо цей шум та гам, і відчуваємо його, і чуємо, як дітлахи не сидять на місці. І дійсно, я думаю, що це чудово, тому що правильно ви казали, що слухати, але не сприймати. А тут дійсно і через зоровий, цю... слуховий, а, так, дійсно задіяно усі відчуття, але і плюс діти ж переживають всі ці відчуття, і вони логічно думають, і вони запам'ятовують автоматично. Це, я думаю, найкраще. Якби так всі уроки проходили в школі, то, я думаю, всі були підмінниками. Хотілося б запитати, чому саме зараз було обрано час для прем'єри цієї вистави? Мы запланировали акцию. Акцию вместе с управлением госавтоинспекции в Николаевской области в течение месяца, практически каждый день, мы будем показывать эту сказку, и не только на базе этого театра, в детских садах, в школах города и области. То есть вот такая будет массовая проходить работа перед каждым спектаклем, независимо от того, где этот спектакль будет проходить. Сотрудник управления госавтоинспекции читает небольшую лекцию о том, как важно сегодня знать правила дорожного движения. И так вот... Створяя невеличкий контраст, чтобы зрозуміти, что это так нудно, а потом... И все-таки договаривается еще с детьми, что вот давайте посмотрим сказку и даже примем участие, станем... основными персонажами в этой сказке. Вот такая акция планируется вот на ближайший месяц. А уже были здесь выездные выставы? Да, действительно, вот каждый день со дня премьеры, и сегодня в том числе, я думаю, примерно в это время мы с вами в эфире, а наша сказка где-то вот в школе. Як казано, Швітя, и там, и тут передают. Угу. Действительно. Хотілося б ще також запитати, місяць, тобто до кінця травня, так? Вже розплановано, де це буде відбуватися, ці вистави, на яких виїзних майданчиках, чи можливо таке от якась школа або області чи району може запропонувати вам приїхати до них і показати цю виставу? Да, у нас действительно все уже распланировано, но в любой план можно вносить коррективы. Поэтому, если есть желающие именно в рамках этой акции, именно в этом месяце, пригласить нас, чтобы мы показали эту сказку и поработали с детьми, мы готовы пойти навстречу, откликнуться и действительно это реализовать. Я вважаю, що для кожної школи це дуже цікаво. Пояснити дітям, по-перше, це безпека дітей, і в ігровій формі забезпечити безпеку дітей на дорожньому русі – це дуже важливо. Тому що хочеться ще поспілкуватися з нашою гостею. Ще декілька питань. Так, тому що ефір на резину, і бачимо, що на годиннику вже добігає кінця ефірний час. Хотілося ще б запитати, як взагалі акторам було вбиватися в роль дітей, і як діти сприймають нормально цю різницю в віці, чи не відчувають Мітя. Вони. Тому що Мітька, ми тут відчували, що Мітя там Мітяй такий бігає невеличкий, а тут Мітя так Мітя. А тут справжній Мітяй. На самом деле, это самый молодой артист в нашем театре, вот, и естественно, что именно ему, Николаю Граднову, досталась эта роль, вот, и он такой вот небольшой, скажем так, и вполне на роль Мити он подходит. Конечно же, дети принимают театральную условность, это понятно, что взрослые дяди и тети играют роли детей, это нормально, и, соответственно, подбирались артисты на роли других персонажей, которые постарше, да, у нас и фея, такая вот солидная. Девушка, да, солидная, и дядечка-инспектор тоже. То есть мы максимально старались подчеркнуть вот этот контраст между детьми и взрослыми, да, насколько это получилось. Ну, я думаю, что получилось, дети воспринимают прекрасно, и дети идут на контакт и с мальчиком Митей. Кстати, и с дядечкой-инспектором мы немножко боялись, что дети... не смогут играть с дядечкой-инспектором, да, потому что вот он такой большой и серьезный, но на самом деле все нормально, контакт есть, все хорошо. Дякуємо нашій гості. Я нагадую, що у нас в гостях була актриса Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, завідуюча літературно-драматичним відділом театру, а також автор вистави «Мальчик Мітя» і «Правила дорожнього движения». Сьогодні про цю виставу ми саме і спілкувалися.